счастье жить на море. Какое же счастье жить на Каспийском море. Ну что ж, мы приехали. Сейчас покажем вам Каспийского монстра. Этот военный самолет, не самолет, был разработан в 83-м году. Внимание, просто. Вот он, Каспийский монстр. Посмотрите, как выглядят люди маленькие. Он действительно огромный. Просто какой-то неимоверной высоты. Вот. Приехали в домик Петра Первого. Он здесь был. Он здесь останавливался. Внимание. Место, которое построили для него. Господа, сам Покрас Лампас приехал сюда и сделал вот эту шикарнейшую. Вот, мы и приехали на крепость. Пойдемте сюда посмотрим. Я хочу вам сказать, что именно эта крепость закрывала врагам вход в Дагестан. Именно здесь очень много воинов разбивались в попытке, собственно, завоевать Дагестан. В втором бассейне стояли фигурки, с которых в центре высота. Кстати, миндальное дерево. А, высота дерева. Кто не знал. Вот этот. Два буйвола было, которых привязывали камни, чтобы сдвинуть. Внизу комната, вот как эта площадка. Камера смертников. 9 метров внизу. Это 9 чемпионов внизу были.